Всем привет, дорогие друзья! А мы продолжаем наши гоблинские приключения. Так, этот трус все еще убегает. Задолбал. Да в чем проблема? Алло. Догнать, убить. Может, в тобой вообще сыграть? Ну ладно, что это в тобой? Давайте разомнемся. Да и вообще в первый раз встречаем северную морду. С Альбиона они приплыли, грабители фиговые. Сейчас мы посмотрим, кто тут кого грабит. Гоблинам он объявил войну. Совсем страх потерял. У них стрелков нет. У меня, правда, тоже. Или вот это, нет, это копейщики. Помню, как мы с ними за гномов-то воевали. Фига там. Я подумал, эти осветительные ракеты там бросают кто-то. Так, давайте сделаем вот как. Давайте они на нас пусть нападают. Я вот так хочу. Помню эти бесячих волки там, которые по флангам бегают. В спину заходят. Сейчас пусть попробуют зайти в спину. Моим. Вон, кстати, они. Так, у нас тут магия мощная на 150 метров, типа. Сейчас попробуем. Так, что-то их плохо видно там. За холмом. Так, ну-ка. Неплохо там, я смотрю, ребятам весело. Просто поехали от этих собак. Сколько их убил? 60 за каст. А сколько у меня силы оружия? 946. Нормально. Нифига, они меня покусали? Не понял. Не понял. Кто кого покусал? Гоблины в атаку, тролли в атаку. Колдовать на них что-нибудь? Да, наверное, не надо. Можно булыжник призвать. Дебе их. Так, где их лорд? А, вот он, сам пришел. Вак! Так, тележки забыл. Да где там? Так, что-то лорд у них... Быстро расстроился. Фига он улепетывает. Пробуй догони. А, он на лошади? Ну, понятно. О, кстати, тут так интересно ребятки стоят.
О, он решил вернуться, ну-ка. Это он, конечно, зря. Так, а где враги-то есть? У меня меч Кейна перезарядился, но тут, я боюсь, мы своим больше фигачим. Не будем. А ну-ка, вак! Так, а лорд-то помер их или убегает? Вроде помер, на карте не вижу. А то я уж хотел магии ему вслед уфигачить. Так, тут можно кому-нибудь... Тележку сломали! Что? Это едва ли не впервые. Когда мне сломали тележку. Ну вот я только что приказал каждому отряду тележек кого-то конкретного догонять. Все отряды еще живые, но у всех у тележек отменился приказ. Вы что, вот издеваетесь? Как? Опять стоит. Чё ты встал, тварь? А ты чё встал? Вы тупые, у вас 2 секунды память. Вы рыбки золотые, что ли? Я не пойму. Из поля зрения никто не пропадал. Мы просто тупим. Хотя они гоблины, согласен, согласен. Вот в случае с гоблинами, ладно, допустим. Еще Скарсник с этим мучился. Это как еще? Гром-то? По идее, до Скарсника жил. Так, а чё я их догоняю-то? Фиг с ними. Они же один раз отступили, а теперь тупо сдохнут. Меч Кейна неплохо синициировал драку, хотя не так в мою сторону шли. Калгакил, не Ялсон. Дрянь ты трусливая, а не северянин. За что собаке собачья смерть, собственно? Так, надо что-нибудь это сварить более боевое. Нам. Я не люблю, когда еда пропадает. Если что-то приготовили, пусть доедают все. Как все съедим, надо следующее готовить. А то не доели одно, готовим новую вкусняшку, старая потом валяется в холодильнике, воняет, никто не доедает. Фу, такими быть. Сейчас посмотрим что-нибудь. Более боевое, может быть. А, и вак надо бить. Надо бить вак обязательно.
Можно, кстати, ну сейчас посмотрим. Может. Для паучат что-нибудь. Так, деньги это хорошо, деньги это нам надо. Давайте-ка пополнение, тут в этом море с пополнениями все плохо. Хороший капитан, победа на море, ох. Противники погибли, туда им и дорогу. Рубиновое кольцо разрушения, смотрите-ка. Блин, мы еще из-за него и... Черти где. Так. Эшелон. Слышь ты. Ты помириться согласный? Получив по морде. У вас вроде так это работает. Хотя я не северянин. О! Гляньте-ка. Ты, может, еще и заплатить хочешь? Все, свободен. Отлично. Отлично. Но сюда плыть смысла нет, тут на берег не вылезть. Только вот этого дурачка поймать, если... Вот тут можно на берег вылезти. Ну, давай-ка сюда на помощь городу, если что, попробуем. Подскочить. Так, надо их тормозить. Так, где самый дальний мой парень? Ты доходишь? О, ты доходишь. Ну-ка. Тормози. Успех. Отлично. Так, теперь... Нет, не ты, вот ты. Тормози этого дурачка. Успех. Так, этот ошлевый лапнулся. Так, удар башкой, башковзрыв, кулаки горка, бот. И мощь вакха. Трюк. Давай-ка кулаки горка, очень уж хороший баф. Так. Этих обоих тормознули. Третью армию, наверное, не надо тормозить. Этого дурачка, наверное, не стоит. Он даже деревню мне не разграбит. Хотя вдвоем могут. Упороться. Сейчас этот подплывает на марш, этот подбегает, нападают. После этого они сдохнут, конечно. Но от них можно всего ожидать. Так. Тебя уже домой побежал, типа. Ладно, давайте подэкономим, не будем зря растрачивать. Так, касательно... Вакха. Вакх объявляется. Так, морг, выстрелы. Нет, сила оружия. Горг. А, все. Отлично. Отлично. Так, бей тощих вонючек. Реально, тощие вонючки. Вот так мы их будем называть. Главный приз. Скорость исследования плюс 20, боеприпасы плюс 30, урон от выстрелов плюс... Ну, куда мне урон, боеприпасы? Вот почему так? Ну, типа, у них лучников, конечно, много, но мне-то нафига? Мне бы еще такой бонус давали, когда я за нежить, например, играю. Что это?
Типа я лучниками должен гонять. Ох ты, нифига тут тролляки. Ваки сразу. Неплохо. Так, у кого-то тут навыки. Ты кто? Ты шаман. Шаман так шаман. 14 уровень. Ты разведка. Вот стой так, чтоб оба поселения видеть. Ты. Ты. Добегу ли я на следующий ход, чтобы бить морды? Я не уверен. Так что стой пока здесь, не будем тратить деньги. Пусть этот бежит отсюда, черт с ним. Так, шаман еще нас тут повышает порядок. Так, что там карга хотела? Гадкие ошметки. Что-то глючит явно, но попробуем сделать. А еще попробуем рецепт. Гадкие ошметки — это что? Это желтенькое. А у меня как раз для паучков есть баф. Какой-то непонятный. Материнский инстинкт для пауков Арахнарока. Попробуем. Так, желтые. Что у меня желто-синее, желто-красное, желто-оранжевое. Раз, два, три. Желто-зеленого нет еще. То есть желток паучьего яйца и что-нибудь. О, кстати, у меня лучники-то во второй армии есть. Когти Феникса. Условия: получите трофей за успешный поход в Акх против фракции эльфов. О, так это мы как раз скоро сделаем. Так, полая кость — это против крупных целей и дальность. Зрение орла, борьба с пехотой. Боеприпасы, так, больше снарядов. И хвост дракона, снаряды будут наносить взрывной урон. Мне кажется, надо брать. Кусочки в слизи. Ух ты, какая вкуснятина. И троллятину, наверное, добавим опять по нашим традициям. Или вот золото, может. Золотишко мне бы сейчас не помешало. Или противнику дисциплину уронить. Давай золото. У нас, если что, хлам еще есть. Можно такое же сделать, только минус дисциплиной. Или с мясом тролля. Открыли восьмой рецепт. Большой толстомясый вожак. Приготовили 8 блюд. Отлично. Здоровье. Дисциплина, численность вожаков. Еще здоровье, еще дисциплина, здоровье, дисциплина, бесконечный запас сил. Когда все сделаем. Так, ладно. 9000. 2000 денег получил, кстати. Кусочки слизи. Еще два простых рецепта, а дальше сложные. Так. Построечки не строим, денег нет. Тут все стоит. Там все нормально. Ну все. Посмотрим, нападут ли эльфы на город. В принципе, они могут его только разрушить, если и нападут. Опаньки. Засада. Не хватило ему ходов, видимо, напасть. Или они таки хотят на деревню напасть? Ну все, раз они не напали, значит, городу ничего не угрожает. Потому что сейчас уже придет злой гром бить эльфячьи морды.
Военный союз Сильвании и Карштайны. У них не было еще. Обнаружена засада. Ой-ой-ой. Ой, ты куда? Надо было все-таки тормозить этого Дольвина. Довна, по-другому не скажешь. Ты че решил упороться-то? Тебе жить надоело? Он может и выиграть, у него тут элитные ребята с кучей опыта. А сам он кто? Он маг неба. Молния. Блин, что там еще? Маг воздуха, короче. Два отряда лучников, одна кавалерия. У меня две кавалерии, четыре лучников. Пехоты больше, но все это хуже. Два отряда мечников могут перерезать всех орков мне. Капусту. А, у меня нет вожака никакого. Плохо. Надо фокусить лучниками мага этого. Так. Эльфийская деревня. Где символы горка и морка, непонятно. Мы тут живем или эльфы? Почему стены до сих пор белые? Как это вообще? Как это возможно? Так, можно зажаться в узкий проход с одной стороны, с другой стороны, нафиг мне это надо? Это у него меньше народу. О, тут смотрите, как прикольно. Типа не вот это место. Тут, вот тут можно встать. О, тут... А тут не пролезть. Может быть, вот тут можно. Тут можно пролезть? Вряд ли. Может, можно. Тут можно забиться в уголок. И когда он навалится где-нибудь, например, тут всей толпой, здесь сзади его захлопнуть. Или просто в поле принять бой. Блин, в поле или не в поле? Вот в чем вопрос. Ладно, давайте тут. Так, вы по фокусу фигачите лорда. Больше ничего не делаете. Так, никакой перестрелки, отступать запрещено. Так, кавалерия у него сзади. И наша будет сзади. Смогут ли они кавалерию вражескую забить? Вряд ли. Очень вряд ли. 27 атаки, 20 защиты. Блин. Ну а кто еще ее будет бить? Эти что ли гоблины? Ну нападай, тварь. Пум-пум-пум-пум-пум. А ты дальше типа не пойдешь. Нет, идет. Они на ходу стреляют. Вообще обнаглели. Так, нет.
Вы сюда, вы сюда. О, у меня взрывные боеприпасы, нифига себе. Так, сюда. Где кавалерия моя? Сюда. Вы двое, огонь. А то там все плохо. Вы сюда, ты тоже сюда. Огонь. Блин, все плохо на том фланге уже. Что-то взрывы выглядят круто, а урона не делают. Так, кто там? Вернулись быстро. Воины воодушевляются. Бегом обратно. Я тебя постреляю, твари. Блин, эти твари зарубали мне орков в нолен, в нулину. Всадники, где у меня? Вак! Все плохо. Все очень-очень плохо. Вот это спецэффекты, конечно. Закачаешься. Не-не-не-не-не-не. Так не пойдет. Блин, там уже все. Копейщиков им запинали только и всего. Так. А ну пошли назад. Огонь, огонь. Их 80 человек до сих пор, офигеть. А там 84. Расфигачили мне всех орков и не заметили. Вот уроды. Вот ведь твои... Я вырежу вас всех. Я всех вас вырежу. Офигеть. Что-то мне взрывные атаки не больно понравились у лучников. Как-то слабенько. Два отряда гоблинов-копейщиков, два отряда гоблинских наездников не смогли ополовинить серебра шлемов, при том, что по ним стреляли еще и два отряда стрелков. Ну и один отряд копейщиков там, конечно, мешался еще. Его хотя бы одолели. Да. И вот это все только для того, чтобы сломать мне поселение и стены. Он ведь сейчас только разграбит и обратно отбежит. Потому что если он его захватит или сожжет, он сразу сдохнет мгновенно. Потому что я выплыву на берег ему прям в морду.
Все, Крейс, ты подписал себе смертный приговор. Я бы, может, тебя не трогал особо, грабил бы там мой попарень с пауками стоял. Но нет. Ты напросился. Я на тебя даже не осердился ведь. Ну сидишь ты там и сидишь, бегаешь, вроде ничего даже не делаешь. Получил по морде за то, что зазнался, так сказать. Решил гоблинов скинуть в море. И вроде успокоился. И черт бы с тобой. У меня там другие проблемы есть. Нет. Нет. Ты решил нагадить мне на половичок у двери. Все? Теперь мои тролли тебя сожрут и в следующий раз нагадят уже тобой. Вот так вот. Как они там? Хилые вонючки? Или дохлые? Нет, дохлые это нежить, наверное. Тощие, тощие вонючки. Давай, загружайся. Я хочу отрезать им головы. Даже будь у меня тут лорд, наверное, это бы не спасло. Ну, как бы. Кто тут имба? Разорил, да. Разорил просто, чтобы разорить. Или это месть за Элизию? Куда ты пошел там еще раз? Я тебя сейчас пограблю. Я тебя, тварь, сейчас так пограблю. О! Вон ахайлинги сразу сориентировались и нашли себе цель попроще. Музельон, который там страдает без войск. Поселение разорено. Нормульти Лего. Так, тут мы все изучили, получается, кроме колесницы с волками, наездники, наездники. Так, ну, волки мне не нужны, уж волками я вообще не пользуюсь. Так, вот деньги нам нужны бы. Давно надо было. А почему у меня половина ходов? Я извиняюсь. За то, что я был на марше, а теперь переключаюсь из марша? Это какая-то новая механика? Или что? Как это произошло? Сейчас бы я еще до сюда не доплыл. Вот это вообще был бы номер. Куда ты побежал? Ты никуда не убегаешь. Ты, твоя башка будет моим ночным горшком теперь. Уродец. Возвращай деньги, которые тут награбил. Так. Так, еще... Ох, 1009, сила оружия. 632 сквозь доспехи. Нормально. Нормально. Так, ты. Так. Сила оружия. Защиты давайте подкинем, что ли, так и быть. Все, дальше мы не можем, но мы тут очень бодро пополняемся. 8000 денег. Сейчас, если этот тоже заплывет, это будет вообще финиш. Почему ходы-то не полные, я не понял. Что за фигня?
А переход в обычный режим половинит. Так как это работает? Такого не было раньше. Жаль, из города нельзя напасть на тех, кто рядом пасется. Я подплыл бы и напал. Так, а что у меня там с Вакхом? Набирается потихоньку. Так, тормози этих отморозков. Двести восемьдесят монет. Неудача. Неудача — это не очень хорошо. Но для этого у меня есть третий. Опять неудача. Нифига себе, ты злодей. Ладно. Ладно. Так. Обзор на карте компании. А не забахательному обзорчику. Ну, давай-ка пусть будет. А то что, не видно ничего. И тебе. Так, один, значит, отказался. Но он не нападет на меня. Один. Вот же урод. Так, этот не будем ремонтировать. Сами починят. Зла не хватает. Просто вот взял на ровном месте, мне испортил жизнь. Просто так. После чего помер. Ему это вообще ничего не дало. Просто чтоб подгадить. Ну-ка, пошли в разведку. Что же у них? Meet Loots and Glory. Ой-ой-ой-ой, откуда это ты? Домой, что ли, пошел? Ага, третью армию повели. Ох ты, даже привели. Ничего себе, сейчас они кучковаться будут. Четвертая поплыла. Ох ты, нам решили дать решительный бой. А я его не приму. Хе-хе-хе-хе. Я перережу вас по одному ночью. Рейкланд опять там конфедерирует. Теперь Миденланд уже. Обнаглели. Так, валенок. Союз против нас еще какой-то. А кто Эллирион? А кто это такие? Я думал, мы с ними уже воюем. Нет? Ну ладно. Конфедерация. Понятно. Готовность к службе. Спасибо. Ведьма. Нафиг не нужна. Дура эта, надоела. Артуа в Анахаймлинге объявили еще войну. А с Музельоном что? Непонятно. Новая фракция. Боевой отряд гунгов. Здрасте, приехали. А вы что тут забыли? Но если вы будете бить эльфов, я, в принципе, готов вас потерпеть. Так, ну что? Ох, у нас подкрепление из города.
А у них подкрепление вот отсюда, на марше. Болтометы, кавалерия, принцы дракона, ничего себе. Стража шпиля Торы Вресса. Ох ты, ох ты. Защита от любого натиска, борьба с крупными целями, несокрушимость, запасы какие-то. За щеками, что ли, хумяков? Так. Ну что? Он-то, наверное, не сбежит сейчас. Да нет. Так, наша армия, гарнизон и вак. Вонючка у меня в ваке. У них две армии, но элитных. Или я включаю стремительный удар и режу одну армию. А, ВАК тоже не участвует, если стремительный удар. Ну ладно. Одну на одну. Или... толпа на толпу. Причем гарнизон и ВАК мне вроде как не особо-то и жалко. А карта какая? Покажите-ка мне карту. Угу. Это низинка или озеро? Любопытно. Давайте толпу на толпу. Давайте устроим масштабное побоище. В конце-то концов. Нас больше, у них что там, дракон один и болтомет там в подкреплении. А мы сейчас подождем всю пехоту, какая в подкреплении, из гарнизона особенно, да и из вакха тоже, куча орков. Построим их в линию, которая примет на себя удар. За ними гоблины наши, тролли, тележками объедем. Ух, сейчас будет развлекуха. Бахнем в толпу этот меч Кейна, заряд. Можно подождать, пока свалка начнется, и в нее забабахать. Ох, тогда надо гоблинов не подводить сразу в бой. Карта непонятна, сейчас посмотрим, что тут. Наверное, это просто низинка. Но больно уж похоже на какую-то воду, типа. Конечно, цветом не выделено никак. Может, там заболочено, типа? Нет, это прям вода. А, мелкая. Вот, значок возле мышки, мель. Мелководье, вот мель. То есть ходить тут можно, но медленно. Они забились в лес, в самый угол, подкрепление у них там же. Ясно, они нас боятся. У меня подкрепление в этом углу. Ну, в принципе, мы строимся. Ждем подкрепу. Бросаем ее в бой. Ну, а там... как пойдет. Так, тележки я тоже думаю, может выделить в группу. А то когда сейчас подкрепление набежит. Да, давайте вас тоже в отдельную. Фиг кого найдешь. Где там, кто мои, кто вакховские. Хотя в вакхе тележек-то вроде нет. Так, лорд еще один, иди сюда. Так, давайте, кучу орков мне. Кучу орков.
А у них даже значки есть, кто из Вакха, кто не из Вакха. Гляньте-ка. Так. Перекрываем карту поперек орками тупо. Так, лучники тут еще. Тролляки из-под крепы, из Вакха. Все, главное, отряды больше кончились пока. Подкрепления. Ну где там? Так медленно. Они бегут, причем они идут. Вы серьезно? Дракон в угол аж забился. Так боится. И вот какие-то элитные всадники типа с копьями. Ничего страшного, и вас спустим. В чем дело? Что за черепашья скорость? Так, тролляки. И вот эти тролляки, давайте-ка в одну группу. Все вот эти орки тоже в группу. Гоблины как смогут. Как долго, капец. Карта-то вроде маленькая, кажется. На деле получается нифига не маленькая. Все орки устали, да? Свежие, измотанные. Так, да куда они там достреливают, непонятно, да? Где мои орки? Ну, пошли сюда. Наверное, тут уже будут обстреливать. Ну да и ладно. Уже магии пуляют какой-то. Дрянной. Кто там? А, это орлиный коготь же у них есть. Да-да-да. Совсем забыл. Так, тележки мои. Может послать их в обход? Наколдовали тут еще миазмов своих вонючих. Не зря их вонючками дохтощими называют. Пошли вперед, орчатина. Правда, не подождали, они измотаны. Да ладно. Они справятся. Так, гоблины наши, тролли готовятся быть на подхвате. Тележки едут, да? Едут. Вон туда езжайте.
все в атаку. Кто там куда? Так, дурные птицы на нас наехали. Это они вообще зря. Так, гоблины все в атаку. Тролли все в атаку. Этих орки, я смотрю, выхватывают, но это их проблема. Тележки. Егеря, я смотрю, тут на фланге. Чё стоим? Теперь лови тут тех, кто стоит, тупит, все тормозит. Так, тут дракон выделывается. Вак! Не хочет прожиматься. Здорово, уроды! Чё стоим, кого ждем? А, это элитные всадники отъезжают эти. Рыцари Торгавала какие-то. Так. Тут у меня что-то тролли, я смотрю, чилят, стоят. Что там происходит? Что за война? Так, завалили эту дрянь, молодцы. Тут где-то лорд их был, вон он. Иллирион был мрачный лик. Так, тележки, как себя чувствуют? Так себе. Ну, выехали. Потом еще раз заедем. Какая свалка, капец. Что происходит, где? Так, мы тут... А ну пошли обратно. А чё на этом фланге так все плохо? Блин, еще криво запустил. Так, где? Вак! Мне срочно нужно колдунство тут. Ой-ой-ой, нормально там лучники. Заходят. Так, тележки. Поехали там. Где тролль мой? Тролль, колдунство нужно. Спасай ребят. Там мастера меча зверствуют. А ну-ка иди бей им морду. Ой, толпой стоим, смотрим, да? Как по нам стреляют. Ну вот черти что в этом лесу происходит, бесит меня. Стража шпиля там стоит. Кто тут где? Вон мой... Гром только при деле. Так, тележки, чё тут? Тут не только тележки, тут целая толпа народу. Можно дракона расфигачить? Спасибо. Зря я устроил такую свалку.
Принцы драконы. А судьбу бьюны не хотите? В морду. Похоже, не хотят. Что-то они тут все расстроились. Что там у вас? Лорд, что ли, помер? Нет, он еще убегает. Капец, у нас потери тут, конечно. В этом бардаке. Надеюсь, ничего критичного. Так, дракона зажарить. Куда он пополз? Так, вон там еще отбиваются эти стражники. Так, догоняем, кого можем тут. Так. Дракона сожрали? Нет. А хила-то у меня уже нет. Так, а почему еще не победа? Кто еще не убежал, я не пойму. Вот. Да. Это было, конечно, масштабно, но из-за того, что все было в лесу, ничего не понятно, что тут происходило. Ну, вообще, видок, конечно, мрачный тут. В этом лесу. Да, ладно. В любом случае, мы победили. Потери не такие уж большие. У меня два отряда на правом фланге ночных гоблинов неплохо выхватили, а в целом все. Он вакхна получал. Ну, у него задача была наполучать. Да, конечно, эти мастера меча режут гоблинов нещадно. Но это им не помогло. Надо сейчас поймать вторую армию большую героям. И вот этого зубарана, который отбежит, наверное. Да и это, наверное, не отбежит, он же не на марше был. А, зубаран был на марше, он сдохнет, значит. А Эльтарион еще отступит с остатками. А, дракон забили, такие молодцы, не отпустили. Новые элитные войска, все дела. Вот это, особенно всадники, конечно, хорошо выступили. Одного гоблина убили. Это, конечно, опасные типы. Вот принцы-драконы, да. Нафигачили, еще и не получили урона. Но это там на правом фланге, опять же, в беспорядке, за которым я не усмотрел. У меня войска гоблины, ночные гоблины, орки теоретически. Не, ну хотя не теоретические, может, не за скарсника. Орки разные величины, там четкие, черные.
И немножко кавалерии разной, легкой. Волки, сквиги. Кабаны. Немножко монстров. Короче, эльфы выглядят как-то поразнообразнее, у них войска. Вот есть уничтожители пехоты. Пехота на пехоту, вот эти мастера меча. Есть лучники адовые. Есть копейщики. Ну, то есть набор инструментов очень большой. А у меня есть базовый набор и все. И только его вариации получше. Так, Вак нормально порубился. Не помер хотя бы, и то хорошо. Так, наверное, пополнение. Хотя 2000 денег мне бы не помешало. Мы сейчас на своей земле, у нас очень хорошее пополнение будет и так. Хотя мы сейчас сразу в следующий бой. Давайте сожрем всех. Противник погиб, отлично. Самоцвет драконьей погибели. In father's name, no. Even the law master could not. Так, а мы больше никуда и не достаем. Надо их обоих тормозить, а потом убивать. Собственно. Но этим мы займемся в следующей уже серии. Эпично побились. Что там с Вакхом? Как он себя чувствует? Так себе. Ну, главное, что тролляки живы. Ну, в принципе, пехота танкующая тоже может пригодиться при штурме города. Но не может, а пригодится даже. Там гарнизон, наверное, большой. 16 рыл. Нифига. Довольно много. Воины Тамарки. Небесные ястребы, стража, рыцари какие-то. А, это те же самые. В общем, это тоже будет интересно, пожалуй. Ладно, спасибо, что смотрели. На этом мы на сегодня закончим. Всем удачи, всем пока.